Что у нас тут, короче, есть, товарищи? У нас есть что поесть. У нас есть как что всегда. Поесть. Да. У всех рассол, заметьте, у всех абсолютно да. Рассол с помидором. Помидоры рассольчик. Не так заходят, как рассольчики, чтобы вы понимали. Колбаска, сырная нарезка, картошечка мятая, свежеприготовленный салатик, маслиночки, шашлычок вчерашний. Вчерашние бутики не очень выглядят, но зато очень даже ничего. Грибочки домашние, остатки картошки. Очень вкусная, такая прям сырная, такая обалдительная. Ну и все, и рассол. Все, да, и рассольчик. Все, много-много рассола. Садимся. Все, садимся, быстро кушаем, и Колюш надо вести тарелку. Доброе утро, привет. Последняя пара, так сказать, да? В этом году или нет? Или он прилетит раньше? Ну, мы набрали, кто-то чешется. Выложи на стол просто. Ну что, садись, насыпайся, это обслуживай. Мужчину стоит. Вот и вчерашняя картошечка. Все вчерашнее, кроме салата. Нет, я имею в виду. Половина сама девочка. Шаг. Скажи, чемоданы. Все везде одни сплошные чемоданы. Не могу где примоститься, матрешка. Вон дед. В уголочке. Здесь чемоданы, чемоданы. Не знаешь, что самые большие. Ёшка. Тарабаню. Да. И Николашка сейчас относит чемоданчик. Вот. Помера. Так это у него один чемодан есть, по-моему. Светка ж
Тоже ну, было да, раньше света. А, и рюкзак, да. Все, несет уже. Бедный котейка, видите, падает. Совсем весь падает практически. Падает совсем. Бардачило везде, господи, убираться надо. И кроссовки, и еще что-то. И валяется все, е-мое. Ну ничего, уберемся. Куча телефонов на столе, куча всякой ерундистики. Ой, ребята, да, да. Что, родная комната, да? Да, да. Ну, присаживайтесь на дорожку. Так надо. Кто присаживается, кто прилаживается. Не хочу, говорит, не хочу. Все. Все так с моей комнатой прощаются, что за дела? Ну, родная комната, елки-моталки. Пусть фотографирует, будет смотреть каждый день на нее. Да, да, да. Сколько времени тут проведено, да? Светка, прощайтесь, давайте уже все, надо ехать. Да уже надо вставать, а не прощаться. Вставай, вставай, бегом, Коля уже потянул чемодан. Все уже. Да. Все, говорит, идите. Пошли, хай потемаются хоть. Все, одеваемся и едем. Николашка везет. Эй! Все, ты куда же побежал, Коля? Прощаются тоже с ним. Угу. Да, ты прощаешься? Ева, правильно. Ну правильно, скажи, вафли это обязательно. Поехать отсюда, я с колхоз, да. Лево. Да, страны весь прожиты. Да, Рэм. Рэм. Чтобы взять с собой трошки шерсти собачьей. Шерсти слюней. В Турцию собачьих, да? Все как полагается. В курсе, да, что происходит прям? А нам надо убираться здесь еще. Очень спасибо, мам. Оля и Света уже будут там. А собачек носите? Не, Оля ждет тебя. Ну иди, да, да, еще пообнимайся. Ну давай, да, давай. Лишний раз пообниматься, точно. Вперед из песни. Все, все. Балдык, балдык, паспорт, куда? Все, все взял. Все взял, куда? Ева, что такое? Она тоже хочет обниматься. Все, ничего не забудьте, смотрите, аккуратненько все. Все, пока-пока. Да ты сейчас вернешься, гля, пока-пока. Понравилось. Жениху переводи нос. Ему хорошей дороги, хорошего полета. Хорошего пути, пока-пока. Все, Николай. Давай, пока-пока. Коль, ты там не торопись, главное. Все. Погрузились, загрузились. В путь дорожку. Почти уехали. Угу. Ну, главное, чтобы нормально долетел, все нормально. Долетит. Да, господи, тут сколько до той Турции, ё-моё. Не, у меня тапки неподходящие. Я вообще почти в носках стою. Да, что ты вообще выперлась в носках? Одень что-нибудь, пойди. О, все. Все, пока. Все. Уехал наш турецкий гость. Холодно, пошли. Холодно, реально? На улице сколько градусов? Да сейчас не вроде бы не столько и много, но... Все, Николашка, давай. Пока-пока. Все, довези в целости и сохранности, чтобы все было нормально. Очевидно, давай.